Здравствуйте, как ваши дела? Наши дела идут вроде хорошо. Мы собираем подписи здесь за Путина. Хотим это, его еще выдвинули, нам дали ему Нобелевскую премию. Ну, вроде идут люди, у нас соглашаются, мы же агитируем их, понимаете, все им рассказываем. А что-нибудь они вам говорят, может быть, какие-то пожелания вам лично или Владимиру Владимировичу? Да, они соглашаются с нами, и что благодарность нам вроде выдвигает то, что мы затеяли такую это, и вы, чтобы его выдвинули. Ведь он же помогает всем, он же совершенно трезвый человек, понимаете? Трезвомыслящий, вы хотели сказать? Ну да, вот. И то, что это, он же помогает многим людям. Вот насчет утопленников, он же им помог же туда, на Дальний Восток, туда все им. Много им отослали денег, много им пожертвовали всего. И ведь и люди же им же давали все, там собирали тоже все им и деньги, и всем, что им еще помогли. Спасибо.